Проверки госинспекции и регулярные заседания МВК дают свои результаты. Мониторингу подвергаются практически все отрасли – ЖКХ, строительство, транспорт, общественное питание, санаторно-курортная сфера. Количество выявленных нарушений в сфере неформальной занятости в этом году существенно сократилось. С начала этого года контрольные группы проверили около 2000 организаций и предпринимателей. Из них неформальная занятость выявлена на 582 предприятиях. Почти половина из них оштрафована на сумму более 1,5 миллиона рублей. А по итогам прошлого года штрафов было выписано на сумму 18 миллионов рублей. Это те деньги, которые могли бы пойти на заработную плату людей, на развитие бизнеса малого, среднего и так далее. Но, к сожалению, идут на штрафы. Поэтому и сегодня итог нашей комиссии будет такой, что вы должны сказать, да, мы все исправляем, принимаем людей на работу и, не дай бог, больше не попадайтесь во второй мониторинг. Материалы по всем выявленным нарушениям передаются в Краевую инспекцию охраны труда для проведения проверки. Напомню, что штрафные санкции для должностных лиц достигают 20 тысяч рублей, а для юридических – до 100 тысяч за одного неоформленного работника. А вот сумма налогов в разы меньше. Более того, эти средства, поступающие в городскую казну, идут на расширение социальных вопросов курорта.